В этом году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося русского художника, культурного деятеля, мыслителя Николая Константиновича Рериха. Дата очень знаменательная и важная. Рерих действительно это целый континент, целая планета, уникальная совершенно фигура. И два момента эту уникальность подчеркивают. Ну, во-первых, Рерих для каждого исследователя и для каждого человека, кто знаком с его творчеством, это всегда свой Рерих с какими-то особыми акцентами, нюансами. Вот это один из признаков величия человека, когда он находит отклик в душах самых разных людей. И второй очень важный критерий гения – то, что он помогает на многие сегодняшние вопросы нам ответить. И многие вещи, которые при его жизни на них не обращали внимания, вот только сегодня они обнаруживают свою какую-то действительно потрясающую прозорливость. Ну, например, Николай Константинович Рерих всегда считал, что Россия – это особая евразийская держава, лежащая между Востоком и Западом, и что как раз многие вести, идеи и многие культурные влияния, повлиявшие на ее специфику, пришли с Востока. И вообще должна Россия повернуться на Восток, к Великому Китаю и к Индии, посмотрите, насколько это сегодня актуально. Алтай, да, особое место в Сибири, и Сибирь – это уникальная территория России, с которой мы тоже сегодня можем связывать надежды на будущее. И Рерих особенно подчеркивал, насколько значима Сибирь для России. У него есть знаменитая речь, посвященная Ермаку. Ну, а про Алтай – это отдельный разговор. Но, пожалуй, все люди и все исследователи, которые когда-либо занимались наследием Рериха, отличают одну его удивительную черту. Это потрясающий синтетический ум. Человек, который был наделен очень многими дарованиями. Причем эти разные дарования уживались с ним очень органично. Ну, прежде всего, конечно, Рерих – это великий художник. Художник, который опять-таки синтетически впитал в себя влияние и западной живописи классической. Там, композиционное строение его картин уходит корнями в западную художественную традицию. Он прекрасно знал искусство Востока, там, арабскую миниатюру, китайскую живопись. И это тоже нашло отражение в его творчестве. Но при этом Рерих всегда оставался русским художником, всегда чувствовавшим глубокую укорененность в родной культуре. И где бы он ни был, где бы он ни писал свои картины, даже когда сюжетом этих картин становился Восток, всегда чувствуется, что Рерих русский художник с русским мировидением. Вот это тоже удивительная черта. Живопись Рериха принадлежит русской традиции, но его своим считают индийцы. Он оказал огромное влияние на индийскую живопись. Там были его ученики. Оказавшись в Америке, он познакомился со многими американскими художниками, оказал на них огромное влияние. И там был музей Рериха, и туда ходили американские художники. Ну, например, Рокуэлл Кент, выдающийся американский художник, всегда считал Рериха одним из своих учителей. Потрясающая многогранность художественного творчества Рериха – это живопись реалистичная, несомненно. Хотя многие, когда видят, например, гималайский цикл Рерихов, когда горы красные, а небо желтое, удивляются, что такого не может быть. Тот, кто постранствовал по Алтаю, по Гималаям, знает, что небо может быть желтым, и горы могут быть красные. Рерих в этом плане абсолютный реалист. Просто его глаз был устроен так, что он умел видеть то, что другим людям просто не открывалось. При этом Рерих не только реалистический художник, он символический художник. У него всегда за первым планом есть второй. Всегда за каким-то видимым предметом скрывается глубокий смысл. И действительно, иногда картины его нужно разгадывать. Но остается всегда одно такое удивительное впечатление, очень светлое. Я, кстати, впервые увидел картины Рериха в 1974 году на юбилейной выставке в Москве. Я до этого вообще ничего не знал о Рерихе. Меня привели туда родители, я был просто потрясен. Это такая гамма красок, это такой вот радостный гимн в жизни, при этом потрясающая глубина. Потому что, глядя на картины Рериха, задумываешься о смысле человеческого бытия и о том, что не только ты человек мира, но ты часть космоса, поэтому Рериха еще и космическим художником называют. Ну и как бы вот есть всегда духовные измерения в хорошем смысле в его картинах. Всегда, глядя на его картины, хочется стать лучше, что-то глубже понять, чтобы что-то тоньше почувствовать. Недаром ему принадлежит очень такая красивая фраза «Искусство должно зажигать сердца». Вот величие Рериха в том, что его искусство действительно зажигало сердце. При этом очень органично Рерих как художник совмещается с Рерихом-исследователем, с Рерихом-путешественником. Он прославился тем в юные годы, что вел раскопки в Новгородской и Тверской областях,
открыл очень многие пласты древней культуры, славянской, дославянской, которой до него никто не знал, и картины его посвящены. Ну и, конечно, его знаменитая центральноазиатская экспедиция 25-27 годов, где Рерих фактически прошел по двум великим меридиональным путям Евразии. Вот сейчас Китай развивает теорию там широтного пути, один пояс, один путь. Ну, и наш Транссиб тоже в широтном плане связывает Восток и Запад. А есть два великих меридиональных пути, которые действовали с глубокой древности. Один шел с Алтая через территорию Синьцзяна, через Каракорум, Ладакh и Гималаи в Северную Индию. Этим маршрутом как раз с 1925 года проходит экспедиция Рерихов. Он идет из Индии, проходит через Синьцзян, попадает в Усть-Каменогорск, собирает здесь огромный материал. Вот это очень важный такой путь, который действовал, кстати говоря, вплоть до середины 20 века. Потом он был прерван только в результате оккупации Тибета Китаем. И в каком-то смысле слова, даже сейчас идет разговор о том, чтобы этот путь возродить. Ну а возвращается он в Индию из Монголии по другому великому меридиональному пути, связывающему север и юг Евразии, который ведет из Бурятии через Писки Гоби, через тибетское плоскогорье Чангтан в Индию. Ну и результаты этой экспедиции оказались поразительны. Рерих открывает знаменитый звериный стиль, то есть когда-то единая культура звериного стиля связывало все человечество с дальневосточных до западных рубежей. Он открывает удивительные роли влияния буддийской традиции, буддийского искусства на Центральную Азию, доказывая, что человечество едино, у него есть общие корни, и есть народы разные, которые сегодня живут, хотят найти общий язык, нужно обязательно возвращаться вот к этим великим культурным, духовным корням, которые их объединяют и которые могут выступить фактором единения людей. Ну а потом Рерих создает знаменитый свой институт гималайских исследований в долине Кулу, где обобщаются результаты этой экспедиции. Он поддерживает связь со многими научными центрами, понимая, что горы, такие как Гималаи, как Алтай, они действительно нам открывают очень многие страницы человеческой истории, позволяют многие другие открытия сделать. И, кстати говоря, планировался этот институт не в Гималаях, а у нас на Алтае, в Уймонской долине, но исторические обстоятельства сложились так, что научные исследования Николая Константиновича продолжились в Гималаях. Так что действительно выдающийся ученый. Третья ипостась, о которой обязательно надо сказать, Рерих – выдающийся писатель и выдающийся мыслитель. Причем его язык очень простой, очень ясный, вот звенящий, как весенний лед. Вот. Хочется читать и читать его книги, никаких сложных абстракций. Он говорит очень ясно, просто о самых важных вещах, без которых человек жить не может. О родине, о чести, о долге, о роли познания в нашей жизни. И везде подчеркивает одну идею, которая, мне кажется, одна из главных вообще во всем его творчестве. У человека есть низшие потребности, их надо удовлетворять. Но есть потребности высшие, потребности в познании, в творчестве и красоте. И человек должен жить ради высшего и служить высшему. Тогда и низшие потребности, и низшие сферы деятельности, они выстраиваются и упорядочиваются. И вот в одном из его таких кратеньких очерков есть очень глубокая фраза, я ее часто вспоминаю. «Продовольствие и промышленность, — пишет Рерих, — это тело и брюхо. Но стоит только обратить внимание на тело и брюхо, как уровень культуры падает, понижается интеллект народа. Никогда в истории интеллект и брюхо не строили высокой культуры. Поэтому нужно сделать все, чтобы сохранить остатки высокого культурного творчества, чтобы дети с юности могли к этим духовным сокровищам причастятся. Вот тогда не будет войн и так далее и тому подобное. Посмотрите, что мы переживаем сегодня. Во многом войны и раздра – это забвение культуры, высокой культуры. Но когда запрещают там выставки художников, исполнение музыкальных произведений, конечно, это худшее, что может быть. Только через культуру, через сохранение культуры вновь человечество может прийти к какому-то единству. Это очень важный завет Николая Константиновича. Ну и в этой связи еще одна ипостась, очень важная в жизни Рериха. Он является не только пропагандистом высокой культуры, но он делает все, чтобы эту высокую культуру сохранить, особенно в результате военных столкновений. После войны он создает текст, распространяет его по всему миру, так называемый знаменитый пакт Рериха об охране культурных ценностей в ходе военных столкновений.
Его поддерживают очень многие страны. Индия, кстати, поддержала. И в 1955 году была принята Гаагская конвенция как раз о защите культурных ценностей в ходе военных столкновений. Посмотрите, насколько это актуально и сегодня. Поэтому этот завет Рериха о сохранении высокой культуры, о том, что люди должны все-таки помнить, что они не просто телесные, но и духовные существа, что есть в этом мире красота, добро, истина и справедливость, это вещи спасительные, без которых человечеству все равно не выжить. Ну и последняя мысль, которую я бы хотел подчеркнуть. Рерих не только считал, что прочный мир и прогресс возможны через мир, да, и через установление мира, но самое главное, что в наших мыслях не было ненависти и вражды. Война, которая сейчас идет на Украине, началась не тогда, когда стали стрелять и сбрасывать бомбы. Вот когда мальчики стали прыгать и кричать «москаляку на геляку», вот тогда началась война. И Рерих всегда предупреждал, мысль имеет колоссальное физическое значение в этом мире. Темная мысль вернется тьмой, светлая мысль вернется светом. Вот чтобы мир как-то исправился, вот этот завет Рериха надо помнить. В наших мыслях, даже если ты с кем-то воюешь, не должно быть ненависти. Должно быть сострадание и уважение к другому человеку. Может быть, он просто запутался. Николай Константинович очень часто цитировал слова выдающегося православного святого Исаака Сирина. «Люби врагов своих, но не давить дела их». Да, вот любой человек заслуживает сострадания. Да, когда у нас есть доброе отношение к человеку, то все начинает выстраиваться, и культура обнаруживает свое значение, и мир придет. Вот об этом нам надо помнить. Высокая культура – это ключ к единству людей и ключ к какому-то действительно лучшему человеческому будущему. Это главный завет Рерихов.